что, друзья, вот первый утренний экземпляр. Нежные-нежные поклевки. Что ж такое-то, а? Совсем не активно. Да. Красный тройничок. Тычок и есть что-то хорошенькое. Насранец капризничает он. Активности у него особо нету. Такой с желтыми пятнышками. Нравился мне цвет, никак я его не разловил. Вот очередной клыкастик утренний. Такой симпатяга. Теперь отработал вот такой. До этого прямо вручал 225. Пробовал ставить такой, такой. Никакой. Капризничает гадюка. Капризничает. Заходим на следующую дорожку.
Итак, друзья, я сегодня один. Брат пошел за сазанчиком, за карасиком. Не знаю, что он там будет ловить. Сазан вроде поклевывает, но прям что-то тут как-то или место у нас не очень. Были там нажмут сходы. С ним надо реально, наверное, или сидеть. Или какое-то более интересное место искать, чтобы почаще поклевывал. Два схода у нас. За сколько? За два дня. И один сазанчик. Сазанчик это в районе двушечки. Так, ну а я сейчас пробую ловить судака троллингом. Взял парочку хвостов. Поклевки редкие. Так, ловлю на глубине, ну, от 7 до 9 метров в этом диапазоне. Пока пробую бандосами от Германа, оригинальными. Играемся с цветами. Тут Найт поклевывала. Эти два ставила, тишина. Вчера просто хорошо отстрелялся 225. Хром почему-то перестал работать. Вроде бы ставим. Возможно, у кого-то он и хорошо работает, но вот на фоне этих приманок я бы сказал, что никак. А в свое время он реально прям 31 цвет оригинал. Прям был любимый. У меня 31 цвета очень много дублей. Запасных, так сказать. Так, ну где поклевки-то? По сути, за все это время у меня было, наверное, поклевки 4. Из них одна удачная. Один, к сожалению, багр, но хороший. Остальные я что-то профукал. Так, подсак. Про подсак. Подсак от сибирского медведя, Сибирь, Пеликан ЛА, черпак 70 на 60, в размере 175 длине. Очень удобная ручка, подсак легкий, в целом всем доволен, очень доволен. Вспомогательная ручка вот есть. Все классно, все офигенно, но ручка бы подлиннее, сантиметров бы на 40. Я вроде попросил производителя сделать, надеюсь, сделают, вроде бы пообещали. Подсак такой складной, ну, с очень удобным таким, ну, подлокотник, так, не знаю, как назвать, так, подлокоток, вот такая ручка. Ячия, значит, тут сетка очень мелкая, и иногда тройники, особенно когда их три, переплетаются, ну, не то что прям геморно, но долго вынимать, немного тратишь время. В принципе, терпимо, но поджиг, наверное, вообще идеально, там бель какую-то ловить вообще супер. Но вот тоже попросил ячейку сделать побольше. Вообще они хотят сделать сменные сетки. Посмотрим, что они там сделают. И вот еще один минус, это плавающий вот этот материал, окантовка. Вот это она тряпочная.
И пару раз в нее у нас влетал воблер, тройник. И приходилось даже подрезать немного. В принципе, если знать эту проблему, и когда мы берем рыбу, как говорится, посередке ее брать, а не просто там, как бабочек ловить, то ничего страшного. Но вроде бы тоже я озвучил эту проблему, и вроде бы тоже они готовы эту проблему попытаться решить. Может быть, какой-то ПВХ материал, еще что-то, не знаю, но может быть что-то сделают. Я бы, наверное, бы, в принципе, оставил бы такую модель и сделал бы, ну, пока пробный вариант на их месте. Вот что-нибудь с ПВХ-окантовкой, более большая сетка, ну и, соответственно, по длине ручка. В принципе, для кого-то и такая ручка будет нормально, но на 40 сантиметров, если ее увеличить, хуже не будет. С палками 2,40, ну, проблематично брать. У меня вот, допустим, акумовская палка, Guide Select Big Bait, 2,40 длина. Ну, тяжеловато в одно лицо принимать, вдвоем нормально. А вот, допустим, вот покороче у меня двухметровая, с ней как бы так нормально. Танцорик хорошо идет по 7-8 метрам. Сейчас посмотрим, как на девяточку он там зайдет. 100% зайдет, просто как у меня там игра будет. Здесь прям, можно сказать, пашет. Ну, давай, порадуй дивера. Удиви. Обыграй бандоса. Ух, не знаю, что уж ставить. Пока 3 хвоста. Скорость где-то в среднем 3 километра в час. Бывает меньше иду, бывает даже под 4 иду против течения. В среднем 3-3,2. Танцор где-то можно отпускать, если мы ловим на 7-8 метрах. 30-40 метров. Сейчас посмотрел, на девятку он будет заходить при этом отпуске. Я думаю, должен доставать. А вот с бандосом, чтобы он доставал до 8-9 метров, лучше отпуск где-нибудь делать 50-70 метров. До девятки 70 точно, 60. До восьмерки с 0,18 доходит. При отпуске там, ну, 40 метров, наверное. Пока тихо. Сейчас вот ребята по течению ходили и вот зацепили. Вот по течению, почему я не люблю ходить, это... Ну, по сути, всегда мертвый зацеп. Почему? Потому что лодка движется по течению, зацеп, лодка идет по инерции, и по-любому ты всаживаешь до конца уже воблер намертво. А когда ты идешь против течения, то воблер тыкается в препятствие. Если ты это грубо понимаешь, отдупляешь и не делаешь всякую дурнину, блин, то ты, грубо, катушечку, педальку нажимаешь, сбрасываешь, придерживаешь и вот так контролируешь. И в обраточку разворачиваешься и уходишь. Если ты один, если вдвоем, то второй выматывает. А потом уходишь в обраточку, и процентов 80, это 100% приманка будет спасена. А по течению так не получится. Вот смотрю, опять по течению пошли. А вот здесь две коряги, там корягу, и еще ниже их там парочку. Вот, если им не повезет, будет совсем не вести, то на каждой коряге можно оставить по воблеру. А против течения даже могу прям по корягам проходить. То есть, если я чувствую, что он ударился в веточку,
Я отдаю палочку назад, воблер расплывает, и я эту коряшку могу пройти. Или, по крайней мере, остановиться. Лодка ниже по течению уходит. Воблер, соответственно, вместе тоже с течением раздвигается ниже. И можно избежать зацепа. Так что, если вы ходите против течения, если вы всадили воблер, не дергайте. Чего вы дергаете? Все, он уже влетел. Дергать надо в обратную сторону. Так что аккуратненько делаем слабину, возвращаемся обратно и в обратную сторону уже его дергаем. Сейчас шанс спасти воблер очень велик. Так. Танцор еще была одна поклевочка, и все. Чуть я его тоже не оставил, но шел под течение, вернулся и воблер спас. Оставил, короче, поставил агрессор. Новый цвет, такой серебристый, с красной головой, с таким красным полосками, такой как вампир какой-то. Вот. Сейчас посмотрим, что будет. Будет ли что-нибудь. Пустил его на коротке, 30 метров, даже, по-моему, 20. Судак на эхолоте стоит, стоит прям под такими перепадами, но вот что-то он как-то не активен. В этот раз что-то неэффективен мой твич. Ну как неэффективен, я не знаю. По крайней мере, я немало ловлю, но хотелось бы больше. То есть прям вот такого прям супер эффекта я в этой поездке от него не вижу. Вот в июне прям вот отец не твичил, потом смотрю, начал твичить. Подыгрывать вот так. Мы подтягиваем его. Он порезче идет. И обратно, когда отдаем, воблер начинает почти не играть. Чуть ли не останавливается. В этот момент поклевки. Сейчас что-то это не работает. Хотя по инерции Илюш по-любому все делает. Но, ну как не работает? Работает, но не так, как хотелось бы. Все в ожидании этих мелких тычков, но их не так много. Сейчас вроде была поклевка. Надо было ему сбросить после промаха. Я ступил. Агрессор с 8-метровой лопатой вот до 8 метров достает, даже на отпуске 20 метров. Летня почти ему подводка. Братан там суетится. С очком бегает, бабочку ловит. Так, уголек заработал. Итак, друзья, уже 9 часов. Был промежуток очень большой, без поклевок. Может быть, надо было воблер поменять. Может быть, выход.
Бог его знает, чего там могло быть. Зачетный колкастик. Очень даже зачетный. Так, сейчас мне надо его как-то оттуда. Так, бил в голову. Еще один колкастик. Пятый. Ну что радует, в ямке судак стоит реально крупнее, поклевок поменьше, но особи побольше. Двести семнадцатый. Сегодня вообще просто трындец, конечно. 5 рыб, 5 разных приманок. Сейчас еще раз ради принципа пройду 217-м. Смотрю, что будет. Винтом что ли идет, не вижу я. Отсвечивает. Вроде тяжеленько, наверх не идет. Не, вроде не. Ой, блин. А ведь была поклевка. Реальная поклевка была. Так, вот сколько он здесь? Ну это дрыщ стопроцентный. Первый причем дрыщ. Тридцать восемь. Давай эту красивую уйди. Давай, пока. Молодец, все. Итак, друзья, вот и все. Закончилось очередное утро. В этот раз я был один. Братан сидел на сазанчике. Там вроде бы одного маленького поймал и кучу карасиков. Ну, был у него сход. А у меня, короче, утро было трудовое. То есть поймал 5 или 6 рыб. Из них 4 забрал. Вот и все. Причем парадоксально, все рыбы пойманы на разные цвета. То есть вот ставишь новый, ловишь. Ставишь новый, ловишь. Первый раз такое в моей практике. Все. Еду домой. Кушать, отдыхать. Еще рыбу надо чистить. До новых встреч. Как когда-то за лисой гонялся быстрый кречет. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить. Не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить. Я помню давно, у
учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Летать так летать, я им помашу рукой.